Осенняя пора – время всевозможных тематических конкурсов и выставок. Пожалуй, в каждом учебном заведении проводятся мероприятия, посвященные осени. В Курагинской школе номер 7 прошел праздник под названием «Национальные краски осени». С самого утра в стенах школы было очень оживленно. Учащиеся младших и средних классов основательно подготовились к празднику. Ребята надели костюмы разных народов и представили одноклассникам и учителям выступления об их традициях. Сегодня в нашей школе очень оживленно, потому что мы отмечаем замечательный праздник – «Национальные краски осени». Этот праздник объединяет ребят нашей школы. Мы будем сегодня рассказывать о тех национальностях, которые проживают на территории нашего края, об их традициях и особенностях. Это и удивительный проект, который, я уверена, будет иметь свое продолжение. Учащиеся представили вниманию зрителей песни, сценки и стихи не только на русском, но и на языках разных народов. Конечно же, основной их тематикой стала осень. Вишивая осень на канві зелені, золоті квітки, квіти оживають, із дерев спадають, жовті негідки. В Красноярском крае проживают представители более 70 национальностей. Организаторам праздника удалось познакомить учащихся школы с традициями этих народов и их культурой. Готовясь к выступлению, ребятам довелось узнать много нового. Татаркой. Я буду рассказывать стихотворение о том, как одеваются татары, как называются у них праздники. Ребята с интересом следили за происходящим на сцене и охотно участвовали в разных конкурсах. Программа мероприятия была насыщенной и интересной. Казалось, что участников было больше, чем зрителей. Интерактивная форма проведения помогла удерживать внимание и сделать праздник запоминающимся.